фондом помощи детям «Будущее поколение» был организован трехдневный курс-интенсив «Татарские каникулы», в рамках которых 50 девочек и мальчиков посетили исторические места нашего города. Цель была привить любовь своему народу. Социальным партнером фонда «Будущее поколение» помощи детям является фонд ЕРДМ. И сегодня он принял у себя на площадке наших замечательных детей. Мы ознакомились с деятельностью данного фонда, мечетью ЕРДМ. И замечательные сотрудники фонда ЕРДМ приготовили нам сегодня плов из мяса курбан. Дети счастливы, родители довольны. В общем, все замечательно, все окей. И ребенок очень доволен. Мы проект «Пикнинский» давно знаем. Любим очень вообще любые их мероприятия. Они одни из немногих, кто, в принципе, поддерживает. Но мы очень довольны, как бы, и мамы, и дети.